Воспитанники детского сада «Снежинка» познакомились с профессией пожарного. Они побывали на экскурсии в 6-й пожарной части. Дошкольникам рассказали об особенностях техники, опасности профессии и должностных обязанностях сотрудников. Пост безопасности, который по приезду пожарных, который заходит в огонь, получается, для тушения пожаров, остается один человек, который заполняет документацию. Мальчишки и девчонки не только увидели, как устроены пожарные машины изнутри, какие технические средства используются для тушения огня, но и смогли примерить специальную защитную маску. Понравилось, что там дыхание хорошее, и еще оно от дыма защищает. Они могут тушить пожары и спасали людей. Ребята также побывали в спортивном зале «Динамо» и понаблюдали за тренировкой юных пожарных. Дети узнают различные профессии, узнают, как эта профессия важна, для чего она нужна.